Врач говорит, сейчас выпишу вам таблетки, будете принимать их 5 раз в день после еды. Дед Петруха говорит, доктор, где я возьму столько еды? Ты не поверишь, Петруха в своем завещании оставил 40 тысяч долларов той Матрёне, которая 40 лет назад отказалась выйти за него замуж. О, это я понимаю благодарность. Вчера бухой сосед сверху урал с балкона стихи Есенина. Все-таки приятно быть рядом с культурным человеком. Ты чай налил? Да. И себе, и мне? Да, и себе, и мне. Я принял решение больше не материться. Теперь сижу и молчу. Мне теперь больше нечего сказать этому миру. У моего мужа началось просветление. Что, резко поумнел? Да нет, начала макушка лысеть. Социологические опросы показали, что наиболее употребляемым местом отдыха нашего населения является Хорватия. Матрёна, ты меня почему в чёрный список закинула? Вот тебя спам шёл. Какой ещё спам? Ну, чё-то вроде. Кинь на баланс. Мне зимняя куртка нужна. Одолжи на пиво. Вовочка спрашивает у дедушки. Дедушка, а правда ли, что на зло надо отвечать добром? Дед отвечает, да. Вовочка говорит, ну тогда мне дай на мороженое. Я разбил твои очки. Подписываемся.